Махачкалу завезены новые автобусы, а проезд в старых маршрутках все-таки подорожает. Как остановить рост цен на продукты? Какой бюджет республики ждет нас в новом 2015 году? Подробности прямо с трибун последней парламентской сессии. И, наконец, за что был избит депутат Народного собрания республики Гасан Гасанов? Об этом и не только в нашем обзоре прессы. Здравствуйте! Пока на площади Ленина вольготно расположились в рядочек новые ультрамодные автобусы на экологически чистом топливе, в это время в администрации города Махачкалы окончательно определились с ценами за проезд в маршрутках. И как бы население не возмущалось и не било кулаками в грудь, перечисляя недостатки общественного транспорта, тарифы все же увеличились. И, как и обещано, проезд в маршрутном такси будет стоить 17 рублей. Приняв во внимание тот факт, что правительство Республики Дагестан закупило для нас автобусы, и теперь мы можем предоставить горожанам альтернативу маршрутным такси, руководство столицы дало согласие на повышение цены с 1 января 2015 года. Повышение тарифов повлечет за собой ужесточение требований к водителям, занимающимся транспортными перевозками. В течение первого квартала 2015 года администрация города планирует провести конкурс на лучшие транспортные перевозки. Конкурс включает в себя определенный ряд требований, в которые входит и состояние транспортного средства, и качество перевозок, и обслуживание, передает слова заместителя главы города Абусупяна Гасанова еженедельник «Новое дело». Ну а насколько комфортабельны новые автобусы и что еще ожидает махачкалинцев в ближайшее время, пишет «Черновик». Вместимость каждого автобуса более 100 человек, предусмотрено 24 места, а также места для людей с ограниченными возможностями и для пассажиров с детскими колясками. На первом этапе восстановления системы общественного транспорта планируется разгрузить основные магистрали Махачкалы. Общая сумма контракта более 439 миллионов 800 тысяч рублей, и из них свыше 250 субсидированы из федерального бюджета. Остальная сумма выплачивается из республиканского. Если повышение тарифов за проезд в маршрутном такси только ожидается, то взлеты цен на продовольственном рынке давно уже не новость. Между тем, министр промышленности, торговли и инвестиций республики Юсуп Умалов призвал торговые сети не поднимать цены на продукты питания под Новый год и снизить их стоимость с истекающим сроком годности. По его словам, в таком случае предприниматели торговых сетей не понесут убытков от нереализованной продукции. Однако продовольствие дорожает не только в супермаркетах, но и на рынках города. Как показывает мониторинг, в этом месяце, по сравнению с данными на 1 ноября, в значительной степени подорожали хлебобулочная продукция, картофель, овощи, мясная продукция, сахар, гречневая крупа и рыба. Общий рост цен на продукты составляет 18,5%. С изменением курсов доллара и евро возросла стоимость не только на привозные продукты, но и на местные. Еще месяц назад яблоки можно было купить за 28-30 рублей, а сейчас уже за 45-50. Также курага орехи выросли в цене в два раза, передает слова одного из покупателей «Черновик». Более подробно с таблицей с небольшим анализом цен читайте в свежем номере «Черновика». Кстати, выяснилось, что дорожают не только продукты, проезд и бытовая техника. Как говорится, заработать хочет каждый. В удаленных от крупных городов населенных пунктах стоимость доставки может вырасти в 5 раз, сообщила Почта России. Объясняется сногсшибательная ценовая инфляция в подписке с доставкой прессы просто. Услуга находится в ведении двух монополистов – почтового ведомства и российских железных дорог. Как здесь регулируются тарифы, могла бы проверить антимонопольная служба, однако вряд ли кто об этом попросил, поясняют наши коллеги. В то же время потуже затянуть пояса в наступающем году придется и бюджетникам. На последней сессии Народного собрания республики окончательно принят бюджет на следующий год и принят с дефицитом 2 миллиарда рублей. Как отмечает «Черновик», несмотря на критику и непонимание, возникавшее в кулуарах власти в ходе обсуждения расходной части бюджета, закон вышел вполне реалистичный и удовлетворяющий интересы большинства присутствующих в зале. Депутат Народного собрания республики Назим Апаев сообщил, что после того, как бюджет 2015 прошел в Народном собрании первое чтение, его доходную часть было решено увеличить на 932 миллиона рублей, из которых 432 по предложению Счетной палаты республики, а 500 миллионов рублей за счет увеличения дефицита бюджета. Теперь доходная часть, как предполагается, будет равна почти 82 миллиардам рублей, а расходная – 84,346 миллиарда рублей.
Увеличение во втором чтении законопроекта доходной части, как оказалось, повлекло за собой рост госдолга с 17 до 19 миллионов рублей. Дефицит постиг и столицу в частности. По данным городской администрации, на 1 декабря 2014 года суммарный объем налоговых доходов составил около 1,5 миллиарда рублей. По прогнозу, этот показатель должен был равняться 2,2 миллиардам, а до конца года и вовсе дойти до 2,5 миллиарда рублей. Каковы же последствия недобора? В результате уменьшения норматива город потерял почти 700 миллионов прямых доходов. Неисполнение плана по НДФЛ связано с заработной платой, повышение которой было запланировано на 8,6%. Такого роста не достигли, в итоге подняли до 3%. Поэтому собираемость идет практически на уровне прошлого года. Также нужно учитывать, что в городе закрыли несколько банков. Ушел от нас и клуб «Анжи» с высокооплачиваемыми игроками, объясняет заместитель мэра Хаким Ашыков. Как утверждает Ашыков, во все уровни бюджета клуб платил почти 350 миллионов рублей НДФЛ, в том числе 75,8 миллионов в бюджет Махачкалы, информирует «Черновик». В ту же ночь, с 19 на 20 декабря, поступила информация, что избит депутат Народного собрания республики Гасан Гасанов. Он был доставлен в республиканский госпиталь ветеранов с многочисленными травмами. По данным очевидцев, травмы депутата нанес глава села Унсукуль Унсукульского района Магомед Магомедов. Как выяснилось, причиной инцидента послужил конфликт, возникший между ними недалеко от мечети после совершения Рузмана. Что послужило причиной конфликта, неизвестно. Но дошло до того, что разнимать Магомедова и Гасанова прибыли стражи правопорядка. После того, как депутата увезли в госпиталь Махачкалу, в районе распространился слух о задержании Магомедова силами ОМОН. Но эта информация не подтвердилась. Как сообщает источник «Черновика», 22 декабря Магомедов был на своем рабочем месте. В Следственном управлении Следственного комитета России по Дагестану сообщили, что на данный момент идет следственная проверка по факту избиения депутата Народного собрания. Заявление с просьбами о возбуждении уголовного дела пока ни от одной из сторон не поступало. В то же время о состоянии здоровья депутата приходит противоречивая информация. В реанимационном отделении республиканского госпиталя ветеранов сообщили, что состояние Гасанова тяжелое, а коллеги депутата по комитету в Народном собрании утверждают, что оно уже улучшилось и вполне нормальное. И это все, о чем мы хотели рассказать вам о минувшей неделе. Читайте газету «Черновик», заходите на наш сайт www.chernovik.net и будьте всегда в курсе самых последних событий в Дагестане. Ну а с вами была Людмила Магомедова. Увидимся с вами уже в новом 2015 году. И пусть в вашей жизни будут только позитивные и добрые события. До скорых встреч в онлайне. Пока!